Добрый день, мои дорогие друзья. Хочу вам сделать еще один отчет о новой посылочке из фирмы Дебора. Я получаю большинство растений с той фирмы, проверенной и уверенная в растениях. Эта посылочка пришла уже без горшков, корни закрытые. Одна только самая крутая, которая стоит 550 Milky Made. Вот такая красота. Вот она, шарторезная китсюня. Давно ее хотела, но все не было сайтов, где бы я могла ее закупить. Следующая Autumn Frost. Такая жесткие в нее чуть-чуть заостренные концы. Тоже кудряшечка. Так же, как и вот эта красота, ради которой заказывала все эти 5 хост. Это хостови. Я на одном сайте нашла ее, но они должны были только осенью ее выкапывать и предложили на осень. Я, конечно, увидела в Деборе и заказала до хостови еще добавку. Сюзанну, которая будет желтенькая. У меня желтенький в том месте, где я ее хочу, одна желтенькая, если это будет другая. Эта Сюзанна пришла, видите, уже с цветком. А вот это мне еще горяночка одна. У меня ее не было. Горянка Давиде желтого цвета. Так, и еще, ребятишки, покажу вам хосту Yellow Polka Dot Bikini. Такой у меня нету. Их много. Во многих садах она есть, но вот такой красотули у меня просто ее не было. Вот подготовила вчера еще место для них уже. Сегодня утром тоже, перед поездкой. Только что отгремела гроза. Я успела под дождем добежать, распечатать, посмотреть. И приготовилась уже для посадки, ребята. Вот такая красота у меня. Сделала отчет. Одна лучше другого. Я покупаю очень мало, не все подряд, только очень-очень изысканные хосты для своего сада. А вот как шла Ви, вот ее сопровождающий листик, фирма Ви, то есть это хоста Ви. Видите, читайте. Вот такая вот у меня хосточка. Привезли ее буквально на этой неделе. И Milky Made, и Ви была привезенная вот сейчас. А эти, конечно, у них росли. Это питомник. Они сами выращивают эти растения. Это не интернетный магазин, а это питомник. Растения растут у них на улице. Так что и всегда я много лет уже... Больше 10 лет, ребята, я у них выписываю растения и очень в них уверена. Все редкие растения у них, и горянки, и горячавки, и всякие эксклюзивы, и орхидеи. Все выписываю у них. Можете зайти к ним на сайт, посмотреть, что у них есть. Это называется частный питомник Дебора. До свидания, ребята. Заходите в гости. Это видео выйдет вне очереди, потому что у меня по очереди еще идет начало июньские. Вот. А это пойдет, наверное, завтра вам. Вот такая красота. Самая это Milky Made, которую я давно хотела. Вот теперь буду искать место, где эту красоту впереди всех посадить. До свидания.